Привет, мои дорогие милые зрители! Сегодня я хочу поделиться с вами, как сделать три быстрые повязки, если кто-то думает, что он заболел или даже заболел, но дома не оказалось таких медицинских, хотя в Германии сейчас вот я взяла в аптеке 1,5 евро стоит одна такая медицинская повязка. Но если их нету, что делать? Берем, что есть дома, подручные материалы. У меня кухонное полотенчико размера 52 на 38. Также я возьму обыкновенные резинки. Резинки берем по размеру, например, можно взять побольше резинку, можно поменьше, смотря по объему лица, какой у вас размер. И также можно использовать вот такие вот детские резинки или сшить бельевую резинку. Итак, что мы делаем? Я беру две одинаковые резинки. Мы делаем маски не на куклу, не на кошку и даже не на ребенка. Обычно дети в масках не нуждаются. Итак, поехали. Складываем полотенце на три одинаковые части. То есть вот так и вот так. Получается у нас здесь три сложения. Три сложения. Теперь, что я делаю? Я продеваю с краю резинку. Собираю аккуратно гармошку и продеваю резинку. С другой стороны делаю то же самое. Собираю в гармошку и продеваю резинку. Теперь эти края соединяем в центре и заходим немножко дальше центра. Таким образом, чтобы можно было вставить край в край примерно на 4-5 сантиметров. Резинку отодвигаю в сторону. То же самое проделываю с другой стороны. Вот таким образом. И теперь беру край один, вставляю в другой. Тут у нас получается такой рукав. Аккуратненько распределяем. Получается у нас повязка на лицо в 6 и даже больше сложений. Берите рыхлое полотенце, чтобы оно пропускало немножко воздух, иначе как дышать? То есть вот смотрите, вот такая структура у меня рыхлая, мягкая, и дышится через нее очень удобно. Итак, эти резинки пойдут у нас за уши. Закрепляем повязку за ушами. Такая разовая быстрая повязка у нас готова. Из чего можно сделать еще? В магазинах часто продаются вот такие салфетки. Они достаточно большие, и опять-таки посмотрите, они пропускают воздух. Но для этой салфетки, если мы сложим в три сложения и потом еще раз, как мы делали это с полотенцем кухонным, недостаточно толщины, недостаточно. Поэтому добавляем еще одну салфетку. Или в аптеках продается вот такой перевязочный материал. Его складываем в 4 сложения, минимум в 3, 4 сложения. Он немножко блестит с этой стороны, ну, как будто прессованная вата. Вот такой материал, да. То есть аптечный, не тот материал, из которого мы привыкли вот что-то шить. Или эластичный бинт. Он тоже хорошо пропускает воздух, но тем не менее он такой плотный и хорошо тоже защищает. Я еще раз скажу, что мы делаем. Временные повязки, да, то есть на время, пока вы не найдете настоящую, да. То есть я беру 15 сантиметров бинта, опять две одинаковые резинки. Бинт прокладываю вовнутрь. Ну, можно проложить вот так, например, смотрите. Здесь прокладываем бинт. И складываем это все раз и два, да, то есть опять три сложения получается у нас.
Вот таким вот образом. Бинт остается у нас в центре. Его даже видно, вот как он обозначен здесь. Вот он, наш бинт. Опять я с каждой стороны просовываю резинку. И так же, как с полотенцем, мы сворачиваем две стороны вовнутрь. Аккуратненько сворачиваем, расправляем. И теперь у нас получается три слоя этой нашей тряпочки. Еще три слоя сверху, значит 6. Широкий край и плюс бинт эластичный уже более-менее защищает от того, чтобы не заразить других или не заразиться. Итак, еще одна простейшая повязка у нас готова. Подтягиваем резинки, расправляем. И вот такая повязка, посмотрите, она чуть больше размера медицинской получается, чуть больше. Ну и вот медицинская на самом деле вот тонкая, мы видим, да? Вот, и такая повязка, как я сказала, хорошо будет защищать. Третья повязка мы сделаем из фетра. У кого нет фетра, можно сделать из старой кофты. Но не из шерстяной, потому что шерсть будет неприятна к лицу, а из синтетической. Но я беру фетр. Фетр у меня примерно 3 мм толщиной. Если вы берете тонкий, то в два сложения. Итак, длина моего фетра 42 сантиметра и ширина 14. Почему такая длина? Я измерила длину от уха до уха и прибавила 10 сантиметров на припуск, потому что здесь мы будем вырезать отверстия. Чтобы повязка выглядела достаточно удобной и симпатичной, я обрезаю или закругляю края моей повязки. Все четыре края я закругляю. Если вы хотите смотреть на быстрой скорости, то снизу под видео есть опция. Можете ее включить, и тогда будете смотреть на быстрой скорости. Еще раз повторяю, измеряем от уха до уха через нос сантиметром и прибавляем 10 сантиметров по 5 с каждой стороны. Теперь я беру что-то такое рисующее, можно эдинг, фломастер, что у вас есть, отступаю 2,5 сантиметра. И делаю отверстие тоже примерно 2,5 сантиметра. Примерно вот таким образом мы делаем небольшое отверстие, чтобы наши уши пролезли. Отверстие у меня получается овальное. И вырезаем. Вырезаем так, чтобы обрезался наш вот этот вот рисунок. Я взяла маленькие ножнички и начинаю вырезать таким образом. Получилось вот такое овальное отверстие. И теперь мы переносим на другую сторону и также вырезаем. Тут я ставлю точки. Не обязательно рисовать линию. И опять вырезаем ровненько и аккуратненько. Наша третья маска готова. Если вам понадобятся такие или понравились такие, делайте своими руками. Хотя бы на время вы можете себя и других обезопасить. Поэтому я желаю вам здоровья, не болеть, держитесь. И надеюсь, скоро все закончится. Все-таки уже идет на спад. Хотя в некоторых странах еще, конечно, коронавирус бушует. Неохота говорить это слово. Но, тем не менее, мы не спасаем себя, но немножко обезопасить можем себя и других. Не думаем только о себе, типа я тут
помазала себе руки, я не заболею, или я надела маску, я не заболею, нет. Думаем тоже о других, о наших близких, соседях, друзьях, родственниках и всех, кто нас окружает. Ведь все мы люди, и мы все хотим не только блага себе, но и другим. Поэтому будьте здоровы, счастливы, и я с вами прощаюсь. До скорой встречи, мои дорогие. Пока-пока.